This is how you care for acoustic guitar. Хотим представить вашему вниманию химию, ну мы ее так называем, Dunlop фирма, вот, для того, чтобы обслуживать гитару. Итак, что у нас есть в комплекте? Первое, вот это масло с добавлением лимона, это для повседневного пользования. So this is for daily use. Да. То есть, когда ты поиграл на гитаре, after you play, ты откручиваешь, тут есть такая мягкая губка, и ты вот так вот берешь и обрабатываешь струны. You just do this like that. Ну так, раз, обработал. This is a daily use, каждый день, да? Да, это для каждодневного использования. Вот, видишь, уже вот здесь есть масло, которое вот остается. Но наша задача сейчас не чтобы попало это на палисандр, а самое главное, чтобы смочились струны. This is mainly for the strings. Дальше. Обработали так все струны, все, вот так, все, все, так? So all of them. Yes. Потом берем тряпочку и обязательно вытираем струны. Get a towel, special towel, the towel по-английски. Oh, there's две. То есть одна для body, пускай у тебя будет, а вторая для струны. So maybe one for body, one of the strings. Самое страшное, это грязные первые струны. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот они у тебя уже ржавые. То есть, чем опасна такая струна? Когда, когда она грязная, it's dirty. Она превращается в наждачку, которая стирает лады. Лады очень тонкие на этой гитаре. And вот, then you need to change the whole thing. Чтобы заменить эти лады, то есть после каждой игры на гитаре, нужно обязательно делать вот такую процедуру. Ew. Вау. Но мы тебя пожалеем. Наказывать не будем. Будем считать, что ты не знал. All right, never done this. We got the professional doing this. So this thing is called System 65. Теперь. Guitar kit. Это универсальное для ежедневного использования. So this is the daily. Yes. Теперь. Вот такое масло. This oil. Это лимонное масло. Lemon. Его используют scent. Для того, чтобы обрабатывать палисандровую накладку на грифе. This is for this part right here. Делать это желательно каждые где-то 3-4 месяца. Every three особенно months. Особенно важно это делать осенью и весной. Specifically когда, spring and fall. Происходит межсезонье такое. When the season change, cold to hot. Что делает это масло? Оно пропитывает эту накладку и делает ее эластичной. So makes it smooth and. Тогда здесь есть анкерный болт вот тут. It has special bolt in there. Регулировать гриф. To control the width of this. Да, мы берем. Right here. Вот, вот тут здесь. Здесь это тут. Yeah, it's over there. Да. Вот мы берем. И делаем вот такую пропитку. Желательно струны отпустить. So try to loosen the strings. Нет. Вот. И лайм. Пахнет лимоном. Smells like lime. Yeah. Вот. Немножечко держим. Hold it for some time. Вот. Даем немножко, ну, как бы пропитаться. Теперь, вот это, сразу берем вот это. The last one. Вот это спрей для того, чтобы обрабатывать body. So this is body spray. Делается это так. Just spray it. Ну, то же самое делаем там. Same thing on that side. А сзади или сбоку? И сзади тоже. Okay, and you do the sides later and the back as well. Вот, если я тебе сделаю сзади, тогда за это надо будет платить. Uh-huh. Вот. А так бесплатно. It's free for the top. Так обрабатывается все. Соответственно, и здесь. So just wipe the sides and the back. All right. Все, а теперь все. Берем тряпочку и вытираем лишнее масло. Get rid of excess oil. Да. Палисандровой накладки хуже от этого не будет.
All right, and this is how you care for the guitar. Yes, гитара готова к эксплуатации. It's ready. Wow.